Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу вам рассказать, как приготовить турецкое блюдо, которое называется ун хельвасы. Готовится оно очень просто. Нам всего лишь понадобится мука, молоко, сахар и масло. Ну, рецепт очень легкий и простой. Можно приготовить его всего лишь за 10 минут. В общем, оставайтесь со мной, я научу вас, как его готовить. Итак, для приготовления десертика нам понадобится масло сливочное 125 грамм. Можно использовать маргарин, но с маслом будет вкуснее. Стакан муки, стакан молока, стаканы по 200 мл и чуть меньше целого стакана сахара. Вот и все, друзья, это все ингредиенты, что нам понадобится. Готовится очень легко и просто. Для начала растопим сливочное масло. Можно использовать кастрюльку, можно использовать глубокую сковородку, как это делаю я. Масло полностью нужно растопить. Итак, масло полностью растопили, ставим на медленный огонь и первым добавляем муку. Стакан муки. Хорошенечко это все размешиваем. Затем слегка поджариваем, чтобы мука у нас получилась немного такого коричневого цвета. Видите, она уже золотеет, такой золотистый цвет. Теперь мы добавляем сюда стакан молока и сразу же стакан сахара. Размешиваем и обжариваем. Будьте осторожны, оно начинает сразу же густеть, поэтому хорошенечко мешайте, чтобы не было комочков и не подгорело. Вот так вот постепенно он начинает густеть. Постоянно мешаем, непрерывно. Смотрите, друзья, вот такая вот кашица получилась. Теперь мы это все хорошенечко мешаем и слегка обжариваем, чтобы прям коричневого цвета было. Итак, друзья, наша халва из муки готова. Теперь мы сковородку закрываем полотенчиком и крышечкой и даем постоять буквально 10 минут. Вот такая вот красота у нас получилась. Конечно, лучше, если еще чуть-чуть побольше поджарить, чтобы оно было более такого золотистого цвета. И слегка присыпем, слегка у меня, правда, не очень получается, но для красоты посыпем какао. Можно посыпать орешками, например, тоже будет вкусно. В общем, всем приятного аппетита, спасибо за внимание, надеюсь, рецепт был для вас полезен и вкусен.